Мы родом из Твери, идея просто великолепная. Мне кажется, что идея заслуживает ежегодного воплощения, потому что мы же отобрали только часть фильмов на этот фестиваль, а на самом деле их огромное количество. Ребята с удовольствием снимают о тех людях, которые значимы для Твери, снимают о своих родственниках, участниках Великой Отечественной, снимают о наших исторических персонажах. Для них это, с одной стороны, погружение в профессию сценариста, режиссера, вы видели, они сами играют артиста, а с другой стороны, это увлечение краеведением, увлечение отечественной историей, возможность заглянуть в историю Тверского края, то, что было 100, 200, 300 лет назад, соотнести это с сегодняшним днем. Им самим интересно в этом работать.